политические отношения между нашими странами находятся на достаточно высоком уровне. Появился большой запрос российского бизнеса по увеличению поставок своей продукции в Азербайджан. Соответственно, в Азербайджане появился спрос сейчас на качественные, но относительно недорогие российские товары. Наша сфера — это производство сельскохозяйственной техники. Мы уже поставляем свои машины более чем в 40 стран мира. К сожалению, в Азербайджан не так много техники мы поставляем, хотя поставляем. Но в прошлом году в несколько раз выросли объемы поставок. А вообще мы видим, что востребованность нашей техники, вот то, что клиенты просят, сколько мы видим машин, мы можем увеличить поставки наших российских машин в 5-6 раз. А это значит, крестьяне Азербайджана увеличат свои производственные возможности, больше сельхозпродукции будут производить, больше зерна будут производить, меньше зависеть будет, продовольственная безопасность будет более уверенная. Поэтому мы видим, что наши машины нужны азербайджанским аграриям, но вот в республике, к сожалению, ограниченное количество средств выделяется на финансирование лизинга сельскохозяйственной техники. Поэтому мы уверены, что как только будет принято решение об увеличении лизинга, то мы рассчитываем, что российская техника в первую очередь будет поставлена аграриям Азербайджана. У нас в ассоциации более 100 компаний, члены нашей ассоциации. Однако в Азербайджан сейчас поставляют всего 3 компании продукцию. Соответственно, вот мы как свою ассоциацию, как свою миссию видим, показать, можно сказать, так, преподнести на блюдечке Азербайджан и показать, насколько перспективно сотрудничество с этой страной, чтобы как можно большее количество российских производителей сельхозмашин нашли там своих партнеров, нашли покупателей своей продукции. Мы очень много информации доводим о перспективах рынков, о динамике этих рынков, от чего они зависят, кто контактные лица, с которыми стоит работать. Но самое главное, конечно же, это вот демонстрационные показы, это мы хотим во всей красе показать российскую сельскохозяйственную технику в Азербайджане, и чтобы наши клиенты, аграрии Азербайджана, увидели воочию, что наши машины работают гораздо лучше, чем такая же техника, например, из Европы или США, а в то же время по цене более доступна.